Добрый день, друзья! С вами дизайнер декора Олеся, дизайнер хомстейджинга, и сегодня мы с вами поговорим про Юпитер. Друзья, в астрологии Юпитер зовется гуру или учитель, наставник или благодетель, вообще рука дающего. Юпитер всегда считался планетой счастья, успеха, наград, богатства, денег, карьеры, почести, известности и популярности. Как и Меркурий, Юпитер отвечает за ум, но на более тонком и глубинном уровне. Он отвечает за расширение возможностей, великодушие, оптимизм, путешествие, науку, философию и за самоутверждение человека в обществе. Юпитер вдохновляет и помогает привлечь в вашу жизнь перемены и расширение. Он открывает новые двери, много дверей, и двери большие. В гороскопе это покровитель для стрельцов, ну и наполовину для рыб. По нумерологии это квартира с номером 5. Так, сторона света это северо-восток. Сейчас я предлагаю рассмотреть хомстейджинг для Юпитера, который мы подготовим с нашей командой. Поедем вдохновляться? Итак, декорируем комнату, клуб путешественников. Вообще, почему эта тема? Потому что Юпитер – это большой путешественник. Юпитер – это расширение, поэтому это расширение знаний, расширение впечатлений. Это и расширение списка стран, где вы бывали. Здесь все глобально. Жизнь жителей квартиры Юпитер может быть связана с политикой, наукой, путешествиями. Все это служит объединению людей во имя общей цели, общей миссии. А настоящими украшениями будут служить бронзовые предметы декор, особенно привезенные из дальних стран. А, и самое главное, не забудьте про обширную библиотеку. Смотрите, в доме должен доминировать пурпурный цвет, стоять телескоп, глобус. Представили? Класс! Гамма цветов. Все оттенки фиолетового, лиловые, лилово-сиреневые. Но самый благоприятный – это пурпурный цвет. Цвет баклажана, сине-фиолетового моренго. Удачные цвета – это черничный, смородиновый, ежевичный. Чувствуете, как все это вкусно? В этой квартире действительно это ощущение роскошного сада, полного спелых плодов. Дополнительных цветов вы можете взять черный, розовый, малиновый, но не более 1/5 поверхности. Вообще, если вы в квартире номер 5, то значит у вас, скорее всего, уже все хорошо, вы можете делиться знаниями. Вообще, Юпитер – это рука дающего, это действительно благодетель. Живет в этой квартире. У нас сейчас процесс создания идет полным ходом.
Мы с нашей командой трудимся над созданием потрясающе приятного, красивого, тактильного интерьера. Но вы знаете, самое главное, я хотела сказать, что почему именно текстиль и декор – это то, что делает настроение. Потому что когда, вот вы представьте, вы заходите в квартиру, например, в которой переливающийся легкий тюль, какие-то хромированные вазы, присутствуют голубые и серые цвета. Вот вы чувствуете одно настроение, правильно? Если вы попали в место, где вас окружают какие-то бронзовые, красный бархат, цемент, у вас совершенно другое настроение. И вы через эту шероховатость и цвет, вы чувствуете другое настроение. Так вот, Юпитер – это что-то бархатное, приятное, спелое, ощущение лета в самом соку, когда уже вы можете собирать урожай. Это спелый виноград, это цветущий сад в полной его красоте. Надеюсь, вы со мной это прочувствовали. Едем дальше.